Шаг влево, шаг вправо. Сели на берег. Вот. Понятно? Догнал судно в форму. Все. Авария. Балаковским школьникам объясняют тонкости прохождения реки на судне. На мониторе реальные карты русла Волги. Каждый из трех тренажеров кораблей отражается на экране, и капитаны могут даже вести друг с другом переговоры по рации. Тренажеры, которыми оборудованы мастерские БПТТ, помогают ребятам почувствовать, каково это – управлять судном. Получилось с первого раза, хоть и поначалу казалось сложным. Для кого-то из ребят этот урок станет началом пути к будущей профессии. Сейчас на занятия в БПТТ приходят ученики из школы номер 7, но уже в новом учебном году здесь заработает класс для всех желающих. В начале учебного года проведем работу совместно со школами по выявлению ребят, кто заинтересован, кто хочет почувствовать профессию, познакомиться с профессией, поучаствовать, скажем так, в каких-то технологических процессах. И уже из этих заинтересованных ребят будем формировать таким образом классы. На каждом уроке присутствуют студенты-первокурсники, которые помогают школьникам справиться с заданиями. Сами будущие судоводители еще только постигают азы профессии, но кое-какими знаниями уже могут поделиться с девятиклассниками. Учиться по этой специальности предстоит 4 года, но уже на последних курсах студенты знают, куда отправиться на практику и дальше на работу. Регулярно приглашения и просьбы направить на практику идут от руководства компании по всему практически Нижневолжскому и Средневолжскому бассейну. Это и Нижний Новгород, Самара, Саратов, Астрахань, Волгоград. Сейчас во многих техникумах и колледжах появляются подобные классы для школьников, которые пока еще определяются с будущей профессией. Это позволяет к моменту поступления знать, какую специальность выбрать. И педагоги уверены, профориентация в таком виде эффективнее, чем лекции и буклеты. Ведь ребята после знакомства с профессией делают уже осознанный выбор.